Добрый день, вижу мир в карьере номер 12 рядом с Воскресенском. И сейчас мы подойдем к самым большим экскаваторам в мире через некоторое время. Сюда, к сожалению, не пускают, пришлось идти пешком. Это вот путь и передвижка для того, чтобы двигать два экскаватора по рельсам. Вон один там советского производства, который вы видите издалека сейчас. Второй немецкого. Ближе подойдем, расскажем. И работу они выполняют следующую. Выкапывают песок, грузят по вагонам и отправляют на просторы нашей Родины. Вот ходит рядом Колька с такрафом. Это немецкая машинка, которая прокладывает рельсы с помощью вот этих вот. Туда никуда нельзя заходить, Коль, не надо заходить. Вот сразу двигают, и он еще нормально сохранился. Такой здоровый объект. Дотрагиваться до него нельзя, под высоким напряжением находится. Можете посмотреть, укладываются рельсы. Такая вот махинка. А рельсы нужны для более двух мощных машин, которые мы увидим позднее. Ну, естественно, когда работают, то слышимость такая, что нужно одевать, естественно, наушнички. Вот такой немецкий агрегат. Называется Такраф. Вот мы только что поднялись на высоту, откуда гораздо лучше видно, как загружаются составы из немецкого абзетцера. И вы видите, что там происходит. Люди наблюдают и смотрят. И нам здесь очень страшно. Посмотрите, какая высота. Вот стоит рядом мой сын, который первый сюда залез, я не знаю. Когда поднимаешься, будьте осторожны, потому что вот эта вот лестница, она вся трясется под ветром, и очень стрёмно на самом деле подниматься сюда. Загружают вагоны с экскаватора немецкого ТАФ-ТАФ. Вы можете увидеть непосредственно работу. И как сказали, написано в интернете, за 15 минут этот вагон был загружен, и мы подтвердили это. Так оно и случилось. Сейчас вот последнее приготовление. Последний вагон загружается, и поезд отправится. Все, закончилась работа. И через несколько секунд после того, как будет дан сигнал, поезд отправится. А мы находимся на большой высоте, и Колька, так же как и я, снимает снизу. Оля, на видео тоже сними. А мы находимся на советском экскаваторе, который расчищает дорогу для немецкого. Вот такое соседство немецкой и советской техники в этом интересном месте. Подписывайтесь на канал «Вижу мир» и наблюдайте за интересными событиями и путешествиями на нашем канале. Добраться сюда достаточно тяжело. Мы шли где-то около 2 километров отсюда вдоль по карьеру. По страшной дикой жаре
так как охранники нас не пустили. Он из того места где-то. Ну а я пока прерываю, потому что звонят по работе. Смотрим внимательно на канал и подписываемся. Об этом гиганте мы расскажем чуть позднее. Пошел в путь. Ну что же, вижу мир Воскресенский, наконец-то мы добрались до монстра немецкого производства Takraf ERS710. И вы видите, как он сейчас заканчивает работу. Мы видели погрузку недавно, а сейчас он поднимает свой ковш, здоровый и громадный, из карьера. И каждый ковш, почему он так называется, Takraf 710, потому что 710 литров объем у него одного ковша. Сейчас он заканчивает свою работу. Вот машинка и двинулась. Монстр. На колесах, которые завалят любой танк вообще. Ведь он двигается. Такая махина, конечно. Ну что же, вижу мир Воскресенский, и мы видим, как работает самый большой немецкий экскаватор в мире. И сейчас он будет копать землю при вас по полной программе. Посмотрите, что он творит. Такая вот здоровая махинка. Идет и засыпает. Наверху сидит оператор. И вот эти вот махинки работают туда-сюда. Поворачивается на нас. Сигналы дают. И пошел песок. Вот таким вот образом загружаются составы и отправляются по всей стране. Вы видите этот немецкий раритет, самый большой экскаватор.
Можете сравнить его размер с машиной и, конечно же, с тепловозом. Такая вот крутизна. Подписывайтесь на канал «Вижу мир», узнаете многого интересного.